В Гражданский кодекс, помимо понятий «юридическое лицо» и «физическое лицо», введено понятие «испуганное лицо». Дух, смешанный с похотью, превращается в душок. В цифровом океане мы, метафоры, захлебываемся и тонем. Еще неизвестно, что лучше – свобода летать или свобода никуда не лететь. Дурак не признает ошибку, пока ее не повторит. Если ты сумеешь укорениться там, где нет почвы, то это значит, что у тебя и звериный мозг проросли корнями. Жить – значит врастать в черный квадрат. Ничто так не характеризует человека, как черный квадрат. Избегай мечты без действий и действий без мечты. СМИ – это шаблоны порожняка. Красота – почин беспредела, беспредел – почин красоты. Абсурд – это ровное зеркало перекошенного мира. Истина – это любовь, вызволенная из шаблона. Не превращай рассуждение в суждение. Воплотившаяся мечта больше никогда не станет мечтой. Когда ты самый продвинутый, все дороги закрываются. Все возможно, когда много не надо. У плохого кукловода человек не станет куклой. Сделав ставку на добро, обнаруживаешь, что добра в игре не было. Историю делают не личности, историю делают личины, скрывающие двуличность. Когда ты голоден, 7 раз проверь, что ешь. Не считай опорой то, во что ты уперся. Пессимист первую строчку романа досочиняет до 500 страниц. Оптимист делает из нее стих или афоризм. Пессимисты бегут в Ленинград от своих черных дней в белые ночи. Истина – это черный квадрат в черном квадрате. Когда планируешь – не мечтай. Когда мечтаешь – не планируй. Ибо если план смешается с мечтой, будет что-то ужасное. Красота способна погубить мир, если ее не уравновешивать безобразием. Если любишь женщину, забудь про истину.